Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. И смотрите, какая коробочка ко мне приехала. Такая, скажу, не маленькая. Давайте-ка посмотрим, что в ней. Нес опять ее с остановки. Я уже вот скотч скрыл. Сейчас посмотрим, как доехала животина. Скажу честно, немножко нервничаю, потому что трогал я таких животных, наверное, общался, в принципе, с ними только, наверное, пару раз в жизни. Но вот, пришел момент завести себе такого. Сейчас вот так вот повернем, чтобы проще было. Так, открываем. Смотрите, какая штука. Блин, вот мне кажется, камера не может передать. В общем, этот контейнер, он 50 на 50. Вот, чтобы вы понимали. А это у нас нильский крокодил. Кошмар. Как я до такого докатился вообще? Блин, ну очень классная штука. Такая кожа приятная и хвост. Блин, это прям прикольно, реально. Наверное, слушайте, ну он... Ну, килограмм 5, наверное, в нем есть. Я так смотрю на него. Килограмм 5, наверное, в нем есть. Такая вот мордочка страшненькая у него. Вот. Содержаться он будет вот в этом террариуме большом. Сейчас я из него тигроша пересажу. И посажу его туда, там поставлю здоровенную плошку воды, чтобы он туда полностью поместился. Но мне кажется, я не смогу его содержать, когда он вырастет. Вот, потому что нильцы вырастают до 150 килограмм, там, в среднем до 130. Вот, я, честно говоря, второй крокодил по размеру в мире. Вот, я поэтому, конечно, опасаюсь. Но пока у меня появился новый питомец, будем следить. Буду делиться какими-то впечатлениями о нем, мнением, делиться своим опытом. Вот, посмотрим, можно ли содержать крокодила в квартире или нет. Хотя даже так, по-другому немного построим вопрос. Может ли крокодил нормально существовать в квартире? Вот так. Вот мы это как раз таки и проверим. Скоро буду его кормить, и думаю, это я тоже запишу на видосик. Так что вот такая вот штука у меня появилась. Всем спасибо. Пока-пока.